Велосреда должна быть безопасной для всех участников движения. Именно об этом решили напомнить инициаторы проекта «Велосреда Иваново». На тротуары и велодорожки они нанесли предупреждающие надписи. Несчастный случай здесь, когда велосипедистка, объезжая пешеходов, получила серьезные травмы, произошел неделю назад. Упала, нанесла себе неимоверное количество гематом. Там несколько дней она просто пролежала дома, не могла встать. Это действительно очень опасная ситуация, когда велосипедист встречается с пешеходом. И важно, чтобы люди понимали и уважали друг друга, заботясь о безопасности. Подобная акция послужит напоминанием, кто где должен перемещаться. На тротуаре главный пешеход, а велодорожка только для велосипедистов. За прогулку по ней грозит штраф 500 рублей. Но бояться стоит не столько взыскания. И читать умеют все. Вот. Я думаю, наверное, все-таки пока это свеженькое и... Но блестит, заметят, прочитают и, может быть, задумаются. Я останавливаюсь иногда, мама начинает объяснять, начинает ругаться там или там какая-то неадекватная реакция. Я вам говорю, вы представляете, что будет, если у вас влетит 100 килограмм на скорости? Вот, они раскрывают рот и все. Подобные предупреждения появятся у многих пешеходных переходов в центре города. Организаторы акции позаботились о том, чтобы надписи не стирались как можно дольше. Мы нанесли надписи специальной краской, которая достаточно устойчива. И сверху мы посыпали специальные светоотражающие шарики, так, чтобы вечером велосипедистам и пешеходам было видно эти надписи. В свою очередь, велосипедисты должны помнить, что движение по пешеходному переходу – это тоже административное нарушение, за которое предусмотрен штраф 800 рублей. Любовь Почерникова, РТВ, Иваново.